Прошу всех встать, учитель идет. В шуточной форме представляют свои впечатления о системе судопроизводства. Ах, в детстве я хотел судьей стать, и жизнь я представлял себе красиво. Ах, в детстве я хотел судьей стать, а в результате стал я подсудимым. Еще даже не абитуриенты, но уже не раз побывали за кулисами Саратовского областного суда. Уже правовым взглядом смотрим на другие вещи, которые раньше... Серьезнее ко всему, да. Относимся, ответственнее. Школьники, которые неравнодушны к юриспруденции. Они же финалисты конкурса, в рамках которого изучали мир правосудия. Мы повышаем статус права, статус и судебной системы в том числе. Дети, старшеклассники, побывав в здании судов, посидев на судебных заседаниях, сами разыгрывая вот эти вот небольшие миниатюры судебные, они по-другому уже смотрят на нашу работу. Пусть рухнет мир, но восторжествует закон. Совместный проект Саратовской юридической академии и областного суда. Школьники наглядно знакомились с профессиями судьи, прокурора и адвоката. Ребята должны делать выбор осознанно. А осознанно мы можем делать выбор тогда, когда более-менее представляем, чем занимается тот или иной представитель профессии. Синеет мой китель такой прокурорский. Творческий итог проекта – фестиваль игровых судов. Команда каждой школы представляет на суд жюри визитную карточку. Своего рода КВН, только на правовую тему. Делают ставки на уже признанные во всем мире формы подачи шуток. Говорят также на юридические темы сквозь призму детских сказок. И необычным образом воспроизводят судебный процесс. Слушайте тему урока «Правовая идеология Древнего Рима». Стали на несколько шагов ближе к миру правосудия. Почти все участники проекта хотят связать свою судьбу с юриспруденцией. А к самым талантливым уже присматриваются профессиональные служители Фемиды и преподаватели юридической академии. Юлия Конькова, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов.